Иван Шишкин – это русский художник-пейзажист. Выходящая из-под его пера природа словно оживает и увлекает. Солнечный свет пробивается сквозь пышную листву зеленых сосен. Медвежата резвятся друг с другом. Зеленый цвет погружает человека в мир, наполненный жизнью, энергией и поэтичностью. Андрей Иванов. С 11 лет моим единственным напарником и увлечением были самолеты. Ежедневные полеты, ремонт, тренировки. Я провел более 30 лет в мире стали и механики. Я непоколебимо верил, что именно такая жизнь должна быть у настоящего мужчины. Пока 3 года назад на территорию аэропорта не проник, переваливаясь сбоку на бок, один незваный гость. Это был Мансур. Шаловливый, неуклюжий, везде наводящий сумятицу медвежонок. А еще он любит незаметно взбираться на самолет. Я беру его в полеты, чтобы он мог лицезреть с высоты необъятные виды города и прочувствовать его колоритность в разные времена года. Монотонный и суровый аэропорт в такие моменты становится более живым. Чтобы оставить его в аэропорту, я одеваю на него служебную форму. Послеполуденные игры с Мансуром стали самыми веселыми и беззаботным временем для всех. Наблюдая за его взрослением, я вдруг осознал, что и взрослый человек может стать ребенком. Я перестал быть тем скучным, закостенелым мужчиной. Часто беру Мансура в лес, придаваясь в лоне природы еще большей свободе и непосредственности. Мы вместе лазим по деревьям, кувыркаемся, резвимся в лесу. Здесь он становится моим старшим братом, который познакомит меня с увлекательным и живым миром леса и учит принимать преподносимые лесом неожиданные сюрпризы. Думаю, что я тоже стал главным героем картины Шишкина. Уметь с детской непосредственностью изучать мир, резвиться, возможно, и есть самое большое счастье для взрослого человека.